что произошло? Мы с тобой говорим об убийстве молодой девушки, нахон, правильно? И откуда все это началось? Что произошло здесь? Просто я слышал унижение, оскорбление в свой адрес, оскорбление в адрес своей семьи. И я не сдержался и сорвался. От кого эти были оскорбления? От детей в этой школе. Это не только от детей, это за все годы в Израиле. Все это накопилось, и я совершил то, что нельзя было совершать. И скажи мне, что произошло в тот день? В тот день, когда я потом я буду показывать, рассказывать все по очереди. Дети постоянно просили сигареты. Я им не давал, во-первых, им нет 18. Я не хотел давать им сигареты. Я слышал, как они говорили, что я сын проститутки, моя мать. Все проститутки. А в тот день, когда я поднимался в школу, поднимался за кофе, я был взведен уже. И эта девочка меня обозвала. И я сорвался, сделал убийство. Ты с ней знаком? Нет. На ее месте мог быть любой. Окей. Это не лично что-то напротив нее? Нет, это не против нее. Это просто не выдержали нервы. Я сделал то. Я очень смутно помню, как я ее убил. Я вспоминаю некоторые фрагменты этого дела. Я не помню это все точно. Как точно происходило, что потом я только сейчас начинаю это осознавать.